В результате снежных заносов жители трех населенных пунктов Суздальского района – Катраиха, Доржево и Выселки – оказались отрезанными от мира. Об этом рассказали в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Общественники сообщили, что местные жители не могут добраться до работы, отвезти детей в школу или детский сад, не говоря уже и о том, что рискуют остаться без продуктов. В деревнях нет магазинов. Около 50 человек отапливаются баллонным газом и дровами, которые тоже привозные и могут закончиться в любой момент. Представители Народного фронта отправились на место. Мы пока сюда ехали, мы застряли два раза. Хорошо, с собой есть верный друг Лопат. На самом деле здесь ужасающая ситуация. Деревня находится недалеко от Лемешков. По словам местных жителей, проблема не новая. Техника сюда доезжает редко. Постоянно. Каждый год. Каждый год. Не можем даже на работу выйти. Будем на работу минут за 40, за час почти, чтобы дойти до станции. Люди пожаловались общественникам, что администрация на их обращение реагирует медленно и что им по несколько раз приходится звонить в райцентр, чтобы напомнить о своем существовании.